Эту аббревиатуру отлично помнят наши отцы. ГТО – «Готов к труду и обороне». Комплекс нормативов по физкультуре, который поддерживался государством и входил в систему патриотического воспитания. Сдача нормативов, например, определенного количества отжиманий, метаний гранат, прыжков в воду, подтверждалась особыми значками. Комплекс существовал с 1931 по 1991 года и охватывал население в возрасте от 10 до 60 лет. А выглядело это примерно вот так. Накануне Владимир Путин подписал указ о возрождении норм ГТО. Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко сообщил, что на внедрение комплекса в России потребуется порядка 4 лет и более 1 миллиарда рублей. При этом, по его словам, введение этого проекта в действие запланировано уже на 1 сентября этого года. Труд и оборона возможно, если нация здорова, если работают и защищают родину здоровые люди. Ну, надо их готовить к этому, потому что, конечно, сейчас, если не заниматься физкультурой с детства, то, конечно, ничего не получится. При этом необходимо решать базовые проблемы, такие как отсутствие доступных спортивных площадок. Это все равно улица. В данном случае, в определенном месте, как мне кажется, бумажный оборот. Чтобы люди... развивать физически нужно какие-то создавать условия для занятий, прежде всего, а не требования для каких-то сдач или нот. Для этого Владимир Путин уже предложил работодателям включить в соцпакет возможность компенсировать сотрудникам оплату занятий спортом в клубах и спортивных секциях.